У меня эксклюзив. Мой друг и наш лидер Алексей Навальный из специзолятора на Симферопольском проспекте передал письмо, которое я сейчас прочитаю. Пишет Алексей Навальный. Бороться за свои права – это легко и приятно. И это совсем не страшно. Не верьте глупостям о неизбежных беспорядках, драках с полицией и горящих автомобилях. Единственное, но самое мощное оружие, нужное нам, есть у каждого. Это чувство собственного достоинства. Просто надо понять, что это чувство нельзя надевать и снимать, как бархатный пиджачок.